Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Я смотрел, появился новенький скинчик, рождественский карасик. Давайте его посмотрим. Но вот мне такое ощущение, что это вот наверху вот это лишнее. Вот. Честно, мое мнение такое вот. Как-то не очень это смотрится. Да, нахера на это сделали? Надувную типа ламу. Типа шарик так болтается. Ну это как-то глупо немножечко. Нифига, это не символ Нового года. Начнем с того. Как-то это смотрится нелепо. Эпики что-то как-то с фантазией что-то там у них не то. Да, ну в принципе на рюкзачке сделали то же самое. Кстати, рюкзачок был очень больно похож на этого, на щелкунчика, только немножечко сделан в обличье этого карасика. Вот реально копия щелкунчика. Ну так, я не сказал бы, что сильно там вау, какой карась. Обычный карась, просто одели его в... Да не одели, а просто разукрасили. Здесь, судя по штанам. Ну вот мне на головной убор вообще не понравилось, вот честно. Какой-то, не знаю, нелепый сверху. Так, среднячок, если честно сказать. Скинчик получился. Вот, ну, не знаю, это мое мнение. Ваше мнение может быть другим, но вот я свое мнение высказал. Ладно. Да, он так и называется, щукунчик. Рюкзак. Так, новогодние крючки. О, вот это прикольно. Можно либо новогодние крючки использовать, да? Либо просто новогоднюю топорик. И все это за 500 V-баксов. На удивление, кстати, удар разный. Так, погнали дальше. Помощница Санта, да? Либо так, без головного убора. Ну, вернее, это маска такая. Либо... Ну, лично, да, например, без головного убора. Но маска это, а не головной убор. Ну, так, такой скинчик. На любителя, так честно, если... Не всем он такой зайдет. Мания, любители побегать из киберкотлетного спорта. Ну, не знаю, по мне так ничего особенного не такого нету. Ну, скин за 800. Вроде ничего, а вроде как бы и не очень. Средний, так сказал бы. А, опять это вернулась эмоция с авторским правом. Кажут, что это замучено было. Так, то же самое. Так, что у нас здесь еще есть? Так, вернулся Тако. Ну, довольно-таки такой смешной скинчик вместо головы Тако. Ну, а так, остальное ничего особенного нету. И, кстати говоря, стоит он 1200. Так, Адзуки. Мне вот просто непонятно вот этот момент. Когда они добавили стиль новый на саму Адзуки, да, вот шпиона. Почему не сделали на рюкзак тоже изменения? Просто как-то будет не очень. Кому-то нравится, может, бегать именно с рюкзаком. Рюкзак будет от старого стиля, да, а стиль уже будет новый на сам скин. Как бы будет не сочетаться. Вот это мне вообще непонятно от эпиков. Волшебные крылья. Довольно-таки прикольный такой дельтапланчик. Звездный жезл. Мне кирка как бы не особо нравится, но просто накуплена, так как был тут недавно шкафчик одного ютубера, и там он как раз входил в комплект. А так как у меня куплено скины там и что-то еще было, не помню уже, то за жезл мне там вообще за копейки. Я обошелся, то было грех не купить. Так, старая школа. Довольно-таки прикольненькая, энергичная эмоция за 500. Да.
Да, мастер чего только балет и танцевать. Ну а что, выглядит прикольно, поржать так можно. Так, Мастер Чиф. Так, вчерашняя коллекция печенек и пряников всяких там. Не будем смотреть, так что не вижу смысла. Мы вчера это рассматривали, кому интересно, можно вчерашний видосик посмотреть. Так, ну это уже давно тут все висит. Ну, в принципе, больше ничего и нет такого. Так, вот такой вот магазин получился. Поддерживаем ТК, автора поддержки приятно. Ну а так, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Все, всем пока-пока.